Ступив на порог выставочного зала городского дворца культуры и искусств на Никольской, невозможно остаться равнодушным. Глаза разбегаются от изобилия красок, утонченности и мастерства. Здесь представлено более 500 произведений работников образования. И каждая из них приковывает взгляд. Здесь и история, и культура, и откровение души. Все слилось в едином порыве творчества. А истоки вдохновения кажутся неисчерпаемым. Це творчі напрацювання наших педагогічних працівників. Це справжні шедеври мистецтва, це творіння рук людських. І якщо ви на них подивитесь, то у вас складається враження, наскільки наші вчителі творчі, обдаровані, талановиті особистості. Макеты кораблей, национальные костюмы, произведения декоративно-прикладного искусства, различные техники исполнения. Здесь есть на что посмотреть и чему поучиться. Такая выставка традиционная. Проводится она каждый год. Ведь работникам образования всегда есть что показать и чем удивить. Луиза Еремина, Руслан Чернялис, MSN Digest.